Уважаемые товарищи, это для нас, несомненно, очень важный, очень трогательный момент, потому что мы вручаем, принимаем в наши ряды молодых людей и вручаем им комсомольский билет Никите Андреевичу. Всем ряд становится, уважаемые ребята. Вручается Монгуш Азиане Александровне. Курана представителя города Кызыла по 7-му многомандатному центральному округу. Итак, проходите, так становитесь все в ряд, ребят. Вот, давайте, нет, билет вручите. Все, молодец. Поздравляем, молодец. Нурмар Аян Артурович. О, Артурович, это вообще наш такой активный заводной. Поздравляем, молодец. Смотрите, молодые, активные. Каждый из них пришел к нам самостоятельно. Где-то они увидели листовку, где-то газету, кому-то конкретно мы домой приехали, кто-то друга привез. И вот эти ребята – это будущее нашей партии и будущее республики. Эти ребята здесь не за деньги, не за какие-то возможности. Эти ребята искренне и по сердцу, по зову совести пришли в Ленинский комсомол и в КПРФ. Поэтому давайте бурными аплодисментами. Скажем вам, ребята, спасибо. Вы молодцы. Уважаемые наши ветераны, мы вручаем сегодня нагрудные знаки ветерана партии с удостоверением ПЧО Любовь Настыковна. Да. Поздравляем. Вручайте, одевайте. Серед Владимиру Владимировичу. Так, Владимир Владимирович, кто у нас? Так, подходим. Вот еще люди подходят к нам. Ондар Анжиме Мюнге Назынови. Йонгу Татьяне Донкаковне. Монгуш Зою Тазевиковну. Зою Тазевиковну. Да, спасибо. Очень. Монгуш Валентину Тембрилову. Монгуш Валентину Хунаеву. Митус Анатолий Иванович. Анатолий Иванович, здравствуйте. Я поздравляю, я не выручали раньше, но я и говорю. Так, Озак Антима Донгапу. Монгуш Сапакай Напаев. Узум Айдаш Алдынолович. Нету? Понял? Ажи Вячеслав Караулович. Здесь Вячеслав Караулович, пожалуйста, буду. Поздравляю вас. Молодец. Правильно. Пару слов скажете, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый министр. Я давно очень хотел вступить в эту партию, но, к сожалению, я не успею, потому что вот эта перестройка все помешала. Я уверен, что все равно будет победа и КПРФ. Спасибо. Поздравляем! Поздравляем! Поздравляем!
но этот человек уже сделал большое дело. Буквально за месяц наша комсомольская организация увеличилась в десятки раз. Нас же только в одном козыле около 40 человек. Поэтому почетным знаком 100 лет комсомола мне хотелось бы наградить Мангуш Елену Дамбаеву. Я первичка. Аплодируйте молодому поколению. Поздравляем! Лена, я не смогу. Служу Ленинскому комсомолу, Лена. Спасибо.